Опа! Это другой. Или тот же? Легендарный самолет ФО-2. Сейчас время на главной площади. Там я наблюдаю. Этот самолет стал настоящим кошмаром. Который мог летать на что-то видно. Он перестал с победой. Все, началась бомбежка. Надо назад камеру поворачивать. Ой, не устраивай, ничего. Сейчас попросим вон, блядь. Ой, маленький, побежали. Все, что ли? Прикинь, реально, вот, Игорёк. Опа, еще сейчас понял. Что от тебя ожидать? Кидает? Понял. Сейчас снимать не буду. Я снимаю. Отходят, ты боишься. Говорят, установили. Нет, он там, где стоит. И укос. Маша, на каком танки. Ну, танки, может быть. Или, может, вот эту белую машину. Мы не знаем, мы же не видели. Танки. Танки. Скорые Великой Отечественной войны битва за Москву занимает особое место. Разгром приведет к тому, что мы считаем народные войны. Явил миру примеры Москвы. Да ничего. Я склоняю голову перед светлой памятью всех, кто стоял на нас и пропустил врага к сердцу нашей Родины, ее столицы города-героя Москвы. Вспоминает великий полководец. С сигарой такой стоит. Тяжкий танк, битва за Москву. А он русский, он наш пошли. Нет, это немцы специально сделали, мне кажется. Мне кажется, это не по его желанию. Так, вон, они ушли, вон, вон все-таки там пораньше. Солдат ранее. Что, я за ним не осталось? Вот, тут, которая снимает.
А, во дворе, который, ну, не знаю, она может быть правда, я думаю. Вон наша, что, вон там оборона наша. А вот эти пойдут сейчас на нее. О, как что, дыма много будет? Сейчас пройдут. Они сейчас пойдут. Наверное, мы тоже с мотоциклом сразу разгоняем. Наверное, ну посмотрим, как это получится. Да, ну, и сразу. 8.41. Автокомандующий верно. Вот там поехал. Все сидит. Как одну из главных военных и политических целей операции «Барбаросса». Слушай, а там ничего, что не видно. Как бы они за оборону держат. Уже на 17-й день войны заявил о своем государственном решении Фюрер намечал реализовать свои планы. Ходи сейчас, не мелкий. Вон, Серёжа, она уже сам не нанимался. На втором. Ну, все, с сигаретами. Я вижу.